Слушай, странно, сейчас вошел сразу же. Парадокс какой, а? Блин. Ввожу сустав препарата, лапа разгибается. Видишь, как? Прикольно, да? Смотри. Смотри, Наталья. Раз, разгибается. Раз, разгибается. Оп. Хороший признак. Так, давай-ка мне. Есть. Давай посмотрим, что там. Жидкость. Нашли. Видео записываем. Слушай, есть изменения. Не зря зашли. Ух ты. Что это такое? Неужто рог лопатки? А, разрыв! Ёлки-палки, мать честная. Первый раз такое встречаем, слушай. Разрыв медиальной по латеральной связке. Да, давай сейчас сухожилие посмотрим, бицепсы. Дай-ка я веду. Вот так возьму вот. Здесь тоже почему-то, смотри. Блин, и тут тоже отрыв. Хрена себе. Супер. Травма была. Так, девчонки, ну давайте чистим. Наташа, ты видео закончи здесь, ладно? Так, иглу надо, давай иглу, все, пускай. Еще его.
далеко пошел. Лапку вот так возьми, все-таки так легче. Угу. Да, вот здесь надо входить. Лезвие, да? Угу. Разрыв. Так, шейвер работает, да? Давай уберем его. Видишь, что полный отрыв. Или надрыв произошел, да, травматический надрыв. Хорошо, но мы это уберем, давай просто. Так, шейвер. Работает аспирация-то? Держи, ни хрена ж не работает. Без насадки. Угу. Вот так вот. И правой ноги туда. Ой. Видео записывай. Все, поехали. Хорошо. Смотри за грязью. Жидкость идет? Сейчас поляризационный щуп ДТ. Ух
Так. И, наверное, потом прижечь. Да, и кровицы. Надрыв, да, вот он. Надрыв был, вот смотри, вот она часть целая. Ну давай прижгем это, давай прижгем. Травматический разрыв. Ну, я думаю, будет хорошо сейчас. Так, ну что, мы нашли причину, мы молодцы. Сейчас давай пойдем. Вот смотри, вот здесь кольцевой связки нету. Да, и дислокация, да, произошла. Ну-ка, давай-ка щуп еще. Неужто разрыв кольцевой связки? Смотри, сустав нестабилен. Проблема, не видно, что собаку сломал, да? Так, видео закончи и снова записывай. Слушай, вот это надо все коагулировать. Ну-ка подними лапку. Стоп, опусти. А подними. Все, вот так даже. Сейчас давай здесь пошеверим, но лучше, если я второй доступ сделаю сейчас.
Ну, он реально нестабильный, суставы. Ну, сейчас посмотрим, может быть, вот это все пользу принесет. Это все на